Одному из старейших российских изданий, «Самарской газете», исполнилось 140 лет. Как переплеталась история Самарской губернии и «Самарской газеты»? Какие планы развития у ведущего издания «Самарской губернии»? На эти и другие вопросы в эфире программы «Самарская среда» с Яном Налимовым ответят Елена Галямова, директор МАУ городского округа Самара «Самарская газета», и Михаил Перепелкин, журналист, директор Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. Смотрите программу 2 февраля в 18:15. Оставляйте свои вопросы на наших страницах в социальных сетях. Мы не оставим вас без внимания.